В Дербенте из-за дождя упала древняя крепостная стена. Разрушительная непогода снесла часть южной стены крепости Нарын-Кала. На место происшествия выехали представители местной власти. Как отметил в РИО руководителя города, администрация Дербента уже несколько лет обращается во все инстанции с требованием провести ремонтные работы на аварийной южной стене крепости Нарын-Кала. По закону мэрия города провести в порядок стену не может, так как это зона ответственности Минкульта Российской Федерации. Объект федерального значения, который находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации, поэтому муниципалитет, к сожалению, никаких работ по нему произвести при большом нашем желании не может. Да, на неоднократно наше обращение в соответствующие органы власти о том, что находится в аварийной ситуации, нужно необходимо провести реставрационные работы, оставались безрезультатны. Да, и вот мы сейчас наблюдаем то, что получилось. Убедительная просьба соответствующие органы власти, ответственные за этот участок, чтобы отреагировали в срочном порядке. Отметим, что южная крепостная стена является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. После обследования участка стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора Министерства культуры Российской Федерации.